Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова, и я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Это хорошее время для смены места жительства, гражданства, переезда на далекое расстояние, а также для начала длительного путешествия, виртуального или реального. Телец. Эмоциональная тяга может усилить дружескую симпатию, заставить изучать какой-либо необычный предмет, факт, явление, участвовать в неофициальном мероприятии. Близнецы. День может стать звездным часом в вашей карьере, источником приятных переживаний. Встреча с вышестоящим лицом окажется обнадеживающей. Рак. Успех идет к вам в руки. Если вы склонны к руководящей должности, то можете сами играть в сообществах заметную роль. Лев. Хороший момент для организации финансовой стороны деятельности. Посторонние будут склонны считать ваш бизнес успешным, тогда как вам лично этот успех может стоить больших затрат финансовых или душевных. Дева. Влиятельный партнер играет в вашей жизни заметную роль. Именно теперь стоит обсудить с ним или с ней все, что вас тревожит. Весы. Не помешает проявить лояльность к чужим привычкам и убеждениям, продемонстрировать терпимость, снисходительность, а также финансовую щедрость. Скорпион. В личной жизни вы можете быть абсолютно счастливы. В это время у вас есть шанс организовать по своему вкусу любовное свидание, совместное развлечение или поездку, процесс воспитания и образования детей. Стрелец. Сходство мировоззрений позволит вам чувствовать себя в обществе родителей или домочадцев счастливо и уютно. Козерог. Близкие родственники, люди из вашего повседневного окружения могут вам покровительствовать. Не исключены случайные счастливые встречи и совпадения. Водолей. Возможно, увеличение заработка, пополнение личного счета, получение подарка, выигрыша, аванса или бонуса. Скрытые источники дохода могут привлекать вас больше, чем явные. Рыбы. Вам будет легко проявить такие качества, как музыкальность, щедрость и милосердие. Вы также можете испытать сильную тягу к роли наставника, опекуна или покровителя.